Привет. Элихан Трейдинг прислал нам посылочку из Омска. Давайте посмотрим, что же в ней. Итак, давайте посмотрим. Значит, это счетчики воды горячей и холодной. Они одинаковые, скорее всего, как я понимаю. Вот так они выглядят. Счетчик по размеру распределяется еще. Вот я взял 110. То есть, как мы видим, да, никаких ни гаек, ничего нет в комплекте. То есть, здесь стоит пломба. И счетчик 11 месяц, 21 год. Как я понимаю, срок гарантии его, срок эксплуатации или срок гарантии не помню, но 6 лет он может действовать. Его проверять нужно только один раз, то есть когда вы его устанавливаете. На него есть сертификаты, то есть он общий, ну как, имеет сертификат государственный, то есть любая управляющая компания его примет на баланс, так скажем, ну или не на баланс, а будет с него принимать показания. Показания мне понравилось. Чем мне понравилось это эти счетчики? Ну давайте сначала распакуем до конца. То есть, как я понимаю, QR-код соответствует каждому счетчику. Это QR-код на скачивание приложения. Приложение есть в Google Play и есть App Store. Хорошо. Здесь тактико-технические характеристики или характеристики различные. Гарантийный срок эксплуатации. Три года со дня первичной проверки счетчика. То есть срок гарантии 3 года. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчика указанным техническим характеристикам при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. Изготовлено в городе Омске. Внимание! Гарантийный ремонт не осуществляется, если счетчик вышел из строя из-за неправильной эксплуатации. Ну, это все как всегда. Сведения о предприятии изготовителя. Элихан, Омск, Толстого, 43. Официальный сайт и телефон. Сохраняйте паспорт.
Счетчики, как вы видите, да, бывают СВД ОВТ 15 и СВД С, а, СВТ 20. Хорошо. И как раз вот это L расстояние, это и есть у нас, вот, допустим, 110 миллиметров. Так, меня интересовало еще, как его принимают на баланс нашей компании. То есть мы видим, 1 ноября 2021 года изготовлен счетчик. Номер его 3399. Прикольный номер. У меня когда-то гараж был такой. 3399. Все расписано, все четко. В принципе, мне нравится пока. Так, эти я пока доставать не буду, а то вдруг они там как-то соответствовать должны друг другу, да? То есть, это счетчик 56454. Ну, короче, запомним. Вот эта коробочка, которая покрасочнее, да, или... Да? Ну, короче, вот так вот. Разные. Хорошо, кладем коробочку в сторону. Внешне понятно, что они ничем не отличаются. Насколько я понимаю... Это не крутится. На обычном счетчике все-таки вот это вращается. Ну, здесь особой разницы нету. А самое главное, что данные передаются по Bluetooth. То есть эти счетчики лучше, ну не лучше, а можно ставить в труднодоступных местах. То есть где-то поставил, и они будут стоять. А вы будете считывать вот с этого прибора. Давайте посмотрим третий прибор, который... существует и у нас присутствует. К нему есть прекрасный паспорт Elehand. Все как нужно делать. Батареечки у него вставляются, и такие вот существуют экранчики. Все подробненько, все в общем-то четко. Так, давайте посмотрим, как он выглядит. QR-код для скачивания приложения. Приложение я уже скачал. Ну и самое главное, сделано в России. Да, две батареечки 2А. Не знаю, сейчас, наверное, можно поставить, или у нас нету батареек 2А. Нет, что-то нету у нас 2А. Это такие... У нас дефицитные, быстро расходятся у нас такие батареечки дома. Так, перепутать нельзя, то есть здесь двойное, да, закрывается. Вот эту накладку вы можете заказывать любую, то есть она взаимозаменяема. На коробочке, в общем-то, нарисована. Я выбирал. Не знаю для чего, ну как будто под Xiaomi, под умный дом Xiaomi. Хорошо. Внешне прям на все 10 из 5 возможных. СВД-15. Ну что скажу, очень-очень пока здорово. А дальше пойдет разборка этих счетчиков, но это будет видео не моя разборка, а с другого YouTube канала. То есть спасибо, я напишу на видео, кому спасибо, ссылочку на это видео в описании оставлю. Вот. Ну, там будет, может быть, разборка немножко более древних, там за 18-й год. Сегодня 21-й. Ну, надеюсь, что сильно ничего не изменилось. Кстати, хочу сказать сразу, эти счетчики неодимовым магнитом нельзя остановить. То есть вот от этого они застрахованы. Я уж не знаю, как это для вас будет, но для меня это не актуально. То есть для меня важно вот именно
передача на расстояние. А то иногда смотришь на счетчик и там непонятные цифры. Жена у меня точно ошибается очень часто. Все, дальше посмотрим. Дальше я покажу разборку, как я сказал. И напишу в описании, что скажут в моей управляющей компании по их поводу. Не исключено, что можно даже будет, если таких счетчиков больше нету, ну, может быть, даже откроем представительство в нашем городе. И будет это наше представительство этой фирмы, которая будет собирать данные этих счетчиков и передавать конкретно нашим управляющим компаниям. А вообще, на сайте производителя есть видео, дальше оно пойдет, посмотрите. Там компания Elehand обещает сама передавать эти данные вашей управляющей компании. Как это реализуется, я пока не знаю, но видео я тоже приложу, посмотрите. Вот. Пока все. We'll be right back.